24 октября 2021 год, Харьков. Смысл съемки до объекта 6 километров. Интересно, насколько будет видно. Ой, как хорошо. Все пытаюсь кратность фотоаппарата выяснить. Ну вот так вот, фитнес-клуб, 6 километров расстояния от камеры до бассейна, волна на Жуковского в Харькове. Буквы эти метровой величины, 747 по Киеву в Харькове. Видно даже дефис, вернее не дефис, а черточка. Заявленные параметры 125 крат оптического зума и 4 цифрового. Мне в принципе подсказывали уже, что некорректно сравнивать с оптическими приборами, вроде бинокля или телескопа, подзорной трубы фотоаппарат, потому как то, что мы снимаем, можем смотреть на любого размера экрана. Соответственно, будет кратность увеличиваться. Но оптика позволяет мне на 6-километровом расстоянии видеть метровые буквы, даже, наверное, сантиметровые, потому как черточка это она, ну, сколько, 30 сантиметров, наверное. Я снимаю с Дружбы народов, поселок Жуковского. Так. Кстати, давай лунную снимем. Немножко она, конечно. Прячется от нас, но сейчас. Что ж ты будешь делать, как раз облако. Ну подождем. Вон она, наша красавица. Вот тебе кратер Платон, 100 километров в диаметре. Да, ну все, прячемся.